Тема моего выступления будет про школы фрирайда. Я работаю в Краснопоянском горном клубе, и мы тоже проводим школу фрирайда. Это наша основная специфика. Когда мне предложили эту тему, я подумал, что полчаса говорить о своей школе, это, наверное, не очень круто, и проводить рекламу. Поэтому я постараюсь сделать лекцию полезной и разнообразной, и рассказать о том, что я нашел в интернете, и о том, что я знаю вообще от других коллег, которые проводят школы, чтобы, если вам вдруг интересно, вы приехали и знали вообще, что вам нужно, куда ехать, как к этому подготовиться и в какое место вообще ехать. Собственно, я работаю в горном клубе уже 4 года и, ну, считаю, что в теме довольно-таки ориентируюсь, езжу по России и смотрю не только на нашу Красную Поляну, в которой сейчас в данный момент просто концентрат школ, концентрат фрирайда. Смотрю еще на Шерегеш, Хибины, Эльбрусе, и поэтому постараюсь в своем рассказе охватить все эти регионы. Вот только с камчатским фрирайдом я не сильно пока знаком, поэтому о нем будет мало. Как вообще, что такое школы фрирайда именно, и как они появились? Мне кажется, что... То есть это мое субъективное мнение, вот как я смотрю на индустрию. Школы фрирайда появились, ну, там, последние лет 5, может быть 7. И первоначально это были просто школы, которые собирали какие-то компании, клубы. Они выезжали в горы, там были свои инструктора, и они рассказывали, как кататься вдоль трасс, потому что, ну, не знали много спотов вокруг. Ну и были местные гиды. А вот здесь работает как-то указатель, да? О. Местные гиды, которые знали, как кататься, знали все споты, все разнообразие курорта, но как бы не так вдавались в подробности, как кататься, лавинную безопасность. И поэтому в какой-то момент выездные школы, вот я когда был маленьким в Красной Поляне, начинал только кататься на лыжах, я был в школах, у меня родители ездили в школу РНГШ, еще когда-то такая была школа давно популярная, сейчас она тоже есть, но про нее почти никто не знает. Они выезжали в Красную Поляну, и там мы сидели вечером, смотрели, как они катаются по лесу, как это было классно. Я-то еще не понимал, что это, зачем им там по лесу ездить, когда по трассе можно круто покататься. Но там все умно рассказывали, говорили, вот, тут так надо делать, тут так. И все слушали, все были довольны. Вот, и потом начали появляться специальные группы фрирайда, куда приглашали уже местных гидов, которые, собственно, расширяли кругозор там, расширяли споты, привлекали какие-то технические средства, там хели то же самое, или снегоходы, ратраки, и ходили бэк-кантри. Ну а сейчас очень популярны локальные школы фрирайда, ну я так термин для себя вывел, потому что они локализованы в каком-то одном месте, и работают там люди, которые могут рассказать, как кататься, где кататься, и показать разные споты в зависимости от вашей техники катания. Вот как бы пример школы фрирайда, вот у нас здесь стоит преподаватель, а вот тут ученики за партами сидят и слушают его, что он интересного им расскажет. По нашей практике, зачем люди едут в школу фрирайда, какие у них цели? Ну, собственно, первоначально это школа, тут нужно чему-то научиться, и все едут научиться кататься вне трасс, там, научиться кататься, скорректировать технику, либо просто выйти с трассы, потому что кому-то внутренняя техника безопасности в голове, ну, не позволяет этого сделать. Вроде, типа, я катаюсь по трассе, все классно, вот тут катается кто-то вне трассы, но как это делать? Ну, пойду в школу, пусть меня научат, и мы в компании круто покатаемся. Следовательно, узнать основы лавинной безопасности и покататься в компании с людьми со схожими интересами и с людьми со схожим уровнем. Многие приезжают в горы с семьей и, как бы, там, допустим, без друзей, семья катается отдельно, а вот человеку хочется какой-нибудь жести, хочется залезть во фрирайд, ему вот одному, он сейчас приехал, его друзья остались в городе, он один, и вот для того, чтобы было не так скучно, он идет в школу, говорит, что вот я там хорошо катаюсь, у меня хороший уровень. Преподаватели смотрят и говорят, да, вот круто, вот у нас есть продвинутая группа, катаешься в продвинутой группе, и вообще все круто, все получают удовольствие. Но узнать новые споты. Если люди много катаются на курорте, а смотрят, что вокруг еще не безграничные пространства, приезжают в школу, то же самое. Но это, например, больше уже школа скитура или бэк-кантри, и смотрят, что... какие новые споты вокруг есть. Ну и традиционно
приезжает народ, говорит, вот я смотрю в Инстаграме, там ребята давят пухлого весь сезон, у вас в поляне снега там завались, и вы тут катаетесь вообще, поделитесь со мной. А ты говоришь, блин, это видео было снято там в конце января, а сейчас конец марта, снега нет, ну как бы, ну мы сейчас постараемся что-то найти, но, блин, я там хочу быть ленивым пуходавом там в пухе кататься. Но как бы школа фрирайда, слово фрирайд вообще не подразумевает, что у вас там будет много пухлого. В основном это катание... Фрирайд – это умение кататься везде, по всем кондициям, по всем склонам. И зачастую, если вы идете в школу, то давить пухляк вы там не будете. Вас будут заставлять работать, приседать, выпрямляться, прыгать, давить канты, ну, что угодно, чтобы подтянуть вашу технику и чтобы вы были готовы ехать по разным кондициям, по разным склонам, и чтобы вы получали кайф от того, что вы можете проехать везде одинаково уверенно и готовы, то есть если вы приняли решение, что там надо ехать, вы едете, получаете удовольствие и как бы жжете по полной на любом склоне. Цель школы фрирайда, вот нас, гидов, преподавателей, которые работают в школе фрирайда. Ну, в первую очередь, вот я тут кратко написал, вооружить и предупредить. Мы ставим перед собой цель дать информацию людям, которые приходят в школу, которая будет достаточно им, чтобы они потом сами смогли безопасно кататься вне трасс. То есть, если у них какое-то, если у них не хватает техники, мы подтягиваем технику. Если не хватает знаний по лавинной безопасности или по тактике, как нужно правильно выбирать склон, как не потеряться. То есть это мы все рассказываем и стараемся сделать так, чтобы люди понимали, что когда мы катаемся с гидом, катаемся в группе, тут ответственность вся на гиде. Ну, гид выбирает, куда ехать, пускай он как бы старается, может быть, сделать это максимально, ну, чтобы вы делали это самостоятельно, на продвинутых уровнях. То есть вся ответственность на нем. Все решения принимает он, как бы. Да, может быть, он это подает так, как будто вы сами приняли, но тут все решения на гиде. Но если вы катаетесь самостоятельно, все решения на вас, вся ответственность на вас. И как бы нужно быть к этому готовым. То есть помимо техники и всего остального, вот именно эта готовность принять на себя ответственность, быть готовым поехать вне трасс самостоятельно, вот это мы пытаемся в школах людям дать, чтобы все понимали, как бы, тут я могу съехать, тут будет безопасно, круто, я риски оцениваю, я поеду. А тут, нет, сегодня вот я поднялся, но склон слишком крутой, лавиноопасный, и вот не поеду. То есть это уже такой переходный уровень, получается, на продвинутого фрирайдера. Значит, программы школы фрирайда, какие бывают? Вот есть школа фрирайда для тех, кто... Вот на первой фотографии у меня типа начинающий фрирайдер. Но на самом деле такие фрирайдеры лезут в кулары, а сами не понимают, что они там вообще делают. То есть если вы видите в куларе в каком-нибудь вот такого человека, то бойтесь. Он может кубарем покатиться оттуда и... А может еще селфи-палку достать, не знаю, Женя рассказывал об этом. Нет, у нас в поляне много. Заезжаешь в кулар с группой, а там селфи все делают. И думаешь, блин. И все-таки, а что тут как бы детский сад катается, а мы что делаем? Думаешь, блин, действительно, что мы тут делаем? Вот. Значит, программы школ фрирайда делятся, как правило, на два уровня. На начинающий, как бы начальный, левел 1, базовый. То есть он везде называется по-разному во многих школах, но в целом он несет как бы одну задачу людям, которые катаются вне трасс и которые никогда не были знакомы с фрирайдом, перейти во фрирайд, вообще понять, что это за отдельная такая среда и как бы немножко в это окунуться и понять, нужно оно или нет, дальше развиваться или не стоит. Вот, и, соответственно, есть продвинутые школы фрирайда, которые уже больше ориентированы на людей, которые попробовали, поняли, что им это хочется, они без этого не могут жить и хотят дальше развиваться, вплоть до того, чтобы, ну, как бы принять эту ответственность, там, я вот пойду с друзьями кататься туда-то, один, без гида. Значит, что обычно вот входит в этот базовый, там, левел 1, начальный курс, тоже, говорю, везде по-разному. В первую очередь, это техника катания на трассе и вне трасс. Вся техника катания ставится на трассе, потому что на трассе... Какие требования вообще к людям? Ну, минимальные требования для того, чтобы вот у нас прийти в начальную школу, ну, нужно хотя бы... Нужно уверенно кататься по красным и по черным трассам. То есть, если на трассе мы отрабатываем технику, люди должны чувствовать себя комфортно. Не должно быть никакого страха, люди комфортно ощущают, и им не страшно, что вот сейчас они сделают поворот, разгонятся. То есть, должен быть контроль скорости, должно быть введение снаряда. Потом, вот мы на трассе отработали, не страшно, выходим вне трассы и отрабатываем
те элементы уже в нитраз. То есть люди знают, что нужно делать. Тут возникают всякие отвлекающие факторы, что там бугры, много снега, большая скорость, деревья. Вот на трассе этого всего нет, а во фрирайде это все есть. Поэтому нужно научиться кататься там, где этого нет, и переходить дальше. Собственно, видеоанализ в многих школах применяется. Это вы так смотрите и думаете, о, я тут сейчас проехал, как я сноубордист, поэтому всегда говорю про Трэвиса Райса или Ксавье Деларю. Но вот, а на самом деле смотришь, думаешь, блин, что это вообще, кто это? Это не я. Поэтому это очень полезная школа, ну, как бы штука во всех школах. Ну и основа лавинной безопасности. На базовом это общие знания по теории и там поиск биперов, который просто вам дает понимание того, что на самом деле лежать там под снегом вообще очень не очень. Просто вот если кто-то знает, кого-то закапывали в снег, и он ждал, пока его откопают товарищи, это самые неприятные ощущения в жизни, наверное. Тактика, ну и тактика поведения вне трассы. Это в первую очередь риски, которые могут, то есть гиды, преподаватели должны показать, какие риски вас ждут и что вообще, какие опасности подстерегают вне трасс, хотите ли вы туда ехать, чтобы вы понимали, или вам страшно и лучше пойти на трассе покататься или в баре посидеть. Ну и, соответственно, первая помощь, которую тоже нужно хотя бы немного понимать, и снаряжение. По снаряжению очень важно, это важный момент начальных школ, чтобы показать людям, что отличается снаряжение от трассового, и трассовое, и нетрассовое, все снаряжение, оно вообще разное, лыж вообще море, сноубордов чуть меньше, но тоже они все постоянно развиваются, новые технологии, и разобраться в этом тяжело. Если вы приезжаете во фрирайд там, на трассовых лыжах, ну, если у вас получается, то вы классный. А если не получается, то нужно что-то менять. Ну, или то же самое с парковым сноубордом. Он у вас зарывается, вы думаете, блин, как бы надо попробовать новый, надо попробовать другой, еще какой-то. И вы всю школу пробуете что-то новое, потому что в основном у школ есть свои прокаты, и в итоге ничего не понимаете, потому что каждый день новый сноуборд, вы к нему еще не успели привыкнуть, а вас преподаватель грузит какой-то инфой, что нужно там ноги гнуть, разгрузку делать и еще что-то. Ну и, соответственно, продвинутые школы фрирайда. Тут уже техника катания на более сложных спотах, более крутых экспозициях. И важно, что они труднодоступные. Зачастую это скитур или бэккантри, ногами мы идем, устаем. То есть силы тратятся на подход, потом силы тратятся на спуск и на уход оттуда. Но как бы спуски зато получаются в тех местах, докуда мы с подъемников не доедем. Ну... расширенные навыки лавинной безопасности, плюс спас работы, тут уже кто как насытит свою программу, и тактика поведения. Кто-то, то есть по тактике поведения кто-то вообще смотрит, крутая практика есть в некоторых школах, смотреть видео, то есть народ просматривает видео и смотрит, вот тут как бы парень поехал вот сюда, потому-то, а вот здесь вот так-так он поехал, и технику рассмотрели, и тактику, как он себя ведет, и как вообще он проехал так круто, что на видео это смотрится, что он вообще бог там фрирайда. Соответственно, ориентирование на местности тренируется то же самое. Можно посмотреть видео, посмотреть фотки и понять, куда стоит ехать, куда не стоит. Планирование маршрута и грамотно вообще как подойти, выйти и так далее. Вот. Тут небольшая пауза такая в лекции. У меня здесь много вообще людей, которые были в Красной Поляне? О, отлично. А кто катал фрирайд в Красной Поляне? Чуть-чуть меньше, но так нормально. Наш, собственно, клуб, вот мы, Катя еще после меня будет выступать. У нас есть пара конкурсов для всех. И с призами, с классными, от нас и от спортмарафона. Вот первый вопрос от меня, кто-нибудь знает, на какой спот вот мы сейчас лезем с товарищем в оранжевой куртке? Ну, вы с... Он как это называется? На мегафон. На мегафон, наверное. Но... Вы с кабана лезете наверх туда, направо. Ну, в общем, мегафон, он находится... Так. Вы с кабана лезете направо. Между Альпикой и чем, вот вы говорите? Ну, вот, не знаю, молодой человек, он, наверное, был более прав к ответу. Это, да, там есть гребень, мегафон, он находится чуть как бы, он дальше вот тут где-то находится. На него идут пешком по гребню, а мы лезем на гребень мансарда, он так называется. Там стоит шелтер, ну это такое хранилище для газа, вот оно было на первой фотографии. Да, вот один из них называется мансарда, и весь гребень называется мансарда. Вот молодой человек. А вас как зовут?
Михаил, идите сюда, я вам сейчас дам тут. Что-нибудь полезное для катания. Ну, блин, вот эта штука, мне кажется, она тяжелая, не очень полезная для катания, но она круто фоткается в походе в инсту, там, да, как? Вот, это, а нет, вот полезное для катания у нас есть от спортмарафона. Сертификат на сколько-то рублей. Еще я вот расскажу, давайте... А тут кто-нибудь... Кристина, можно узнать, а после нас с Катей будет перерыв небольшой? Потом. У нас, в общем, здесь на столе, вот где Женя на наклейке Райдер Хелпа, мы положим памятки фрирайдера. Это вот такие книжечки, в которых... То есть это издательство горного клуба. Тут написано много всего интересного, что нужно взять с собой, про лавинную безопасность, про первую помощь. И правила безопасности при катании на трассе вы можете потом... Ну, либо, может быть, как-то придумаем, как это все раздать. У нас ограничено времени. Вот я пока здесь положу. Но вы знаете, что если вдруг мы забудем, они вот здесь вот будут лежать, и их можно будет взять. Соответственно, продолжим дальше. Школа. Почему стоит идти в школу? Соответственно, первое, что это экономия денег. Если вы будете, допустим, вы приехали на 6 дней и хотите катать 6 дней фрирайд, и не один, вы хоть смотрите на гида, сколько он стоит, думаете, блин, это пипец. А вот школа, она стоит дешевле. Фишка школы в том, что там много людей, много дней, и сразу же сумма делится на всех, и там как-то хоп-хоп, и смотришь, дешево, там два раза получилось. И вот мы идем в школу. Потому что можем сэкономить на катании фрирайд. Потом, снаряжение. У многих школ, локальных зачастую, которые привязаны к какой-то местности, есть подвязки с прокатами снаряжения и прокатами лавинного снаряжения. То есть в первую очередь это в школе вам могут подсказать, где можно взять лавинное снаряжение в прокат, если у вас нет своего, дешевле. А может быть вообще сделают скидку, ну, какую-то скидку ощутимую, и вас это порадует. Потому что, собственно, тоже лавинное снаряжение брать на все дни школы – это довольно накладно. Плюс вам могут подсказать, где взять снаряжение для фрирайда. И, соответственно, команда. Вы приезжаете на школу, вам подобрали команду вашего уровня, вам с ними классно кататься, и вы чувствуете себя в компании единомышленников. От этого качается ваш скилл, вам больше нравится это все мероприятие, а вечером, после того, как наконец-то преподаватель от вас отстал, и вы пошли вместе в бар. Обсуждать, как он вас всех укатал. Вот это вторая часть нашего конкурса. Второй вопрос. Кто-нибудь знает, где вот эта фотография сделана? На Альпику идете? Нет. Ну, у вас этот, наверное, там уже... По дороге на него, да. Это гора Табунная, вот там гора Бзерп, и вот здесь вот течет река, и Дзерпинский карниз чуть ниже. Сюда мы проводим школы скитура, бэккантри, вот. Тогда, молодой человек, подходите за вашим призом. Вас как зовут? Георгий. Вот Георгий у нас еще приз получает. Я тогда быстро вам вручу его. И продолжу дальше. И, собственно, куда ехать вообще в школу за фрирайдом? Но, как Евгений вот передо мной уже сказал, я его подслушал, сейчас в ноябрь-декабрь все едут в Шерегеш. В Шерегеше много школ, вообще местные, все туда приезжают, просто концентрация фрирайдеров там сейчас будет зашкаливать. Можно ехать учиться туда. Можно потом, начинается Красная Поляна с конца декабря, нормальный снег там по началу марта. Тоже много школ и выездные, и местные, много компаний проводят в это время там школу фрирайда. В Хибинах это скорее ближе уже к весне. Вот выступал Сергей, который проводит школы. Так вот он там постоянно работает, и приезжают другие также проводить. И при Эльбрусе. С Прельбрусьем зимой я знаком меньше, но знаю точно, что катаются там до июня. И в школах фрирайда и скитура можно участвовать чуть ли не с ноября по июнь. Так, ну это я тогда пока пропущу. И что самое важное, на мой взгляд, это нужно обратить внимание перед поездкой в школу, если вы ее запланировали.
Чтобы получить от нее удовольствие и прокачаться в школе, нужно, во-первых, подготовиться физически. Если вы не подготовитесь, поедете и вас там за два дня ушатают, остальные там три или четыре дня, потом будет грустно и все будет болеть. Поэтому нужно подготовиться. И вот я здесь где-то написал еще, что непосредственно перед началом школы лучше сделать день отдыха. Если вы приехали раскататься на два дня, потом сделайте день отдыха, а потом уже, чтобы школа была, так надо запланировать, и будет круче. А заботиться снаряжением лучше заранее. Всегда его можно взять в прокат, но если у вас будет свое, к которому вы привыкли, и не будете тестировать каждый день новый снаряд, то вам будет комфортнее, и вы будете отлично себя чувствовать. И почитать книжки какие-нибудь по теме, и потом задавать вопросы преподавателю. Делать вид, что вы очень умный, а преподаватель такой, блин, сколько ему, еще один вопрос, надо что-нибудь ответить. Но на самом деле, мне кажется, мне это нравится, когда мне задают нормальные вопросы, я вижу, что человек ориентируется, и ему можно доверять, потому что он как бы с головой подходит к вопросу. Ну и запастись хорошим настроением, получить там, приехать, получать удовольствие, кататься в фан, давить пухлого и так далее. Вот, все. А, вот здесь вот есть расписание наших школ. Можно сфотографировать себе и запланировать какую-нибудь школу, приехать в Красную Поляну и с нами покататься там. Я веду школы на сноуборде, а вот Катя, которая будет после меня, Екатерина, она ведет школы на лыжах. Но не только мы, у нас много народу, мы просто приехали в Москву. Вот мы вам всем машем. Все, спасибо за внимание, я передаю слово Кате.